Владимир Христианович Липман, русский советский инженер, филателист, первый председатель правления Всероссийского общества филателистов. Биография. Владимир Липман родился в 1869 году в семье российских немцев, учился на инженера в Бельгии, а затем в университете в швейцарском городе Винтертур близ Цюриха, который окончил в 1888 году. В 1910 году он возглавил только что открытую школу инструкторов лесохимических производств при Пещальском земском заводе. В годы гражданской войны В.Х. Липман, будучи крупным специалистом по металлоткацкому делу, впервые в России наладил производство фосфорно-бронзовых сеток для бумагоделательных машин. Его усилиями в Москве была построена первая государственная металлоткацкая фабрика, открытие которой состоялось 16 ноября 1919 года. Член РКП. Умер Владимир Христианович Липман 4 октября 1924 года после тяжелой болезни. Вклад в филателию. Владимир Липман был известным филателистом. 1 января 1923 года приказом уполномоченного ЦК по следгольпривцик по филателии он был назначен членом экспертного бюро, созданного при уполномоченном по бонам революции и литературе. Липман являлся председателем комиссии по организации Всероссийского общества филателистов на первом организационном собрании ВОВ, которое состоялось 6 апреля 1923 года. Он был единогласно избран председателем правления ВОВ. В мае 1923 года Липман тяжело заболел и фактически в работе правления не участвовал, оставаясь при этом его председателем. Владимир Христианович был также одним из первых подписчиков журнала «Советский банист», который начал издаваться в 1923 году.